Всем привет, ребята, с вами снова я, Shadowin. И сейчас я не займусь именно прохождением уровня, а сыграю сейчас с вами в... Я сказал... Зараза, ты такая! Ладно, я сыграю сейчас в... с вами в... Так, что тут у меня есть? Пазл... Стоп. Last Stand Day и Вазбрикер. Давайте сначала Вазбрикер. Так, баклажан оставим. Поставим. Вот, тогда вот... Да. Вот так. Вот так. Вот так. Так, обычный горох. Ага, ставим. Вот так. Давайте поставим, например, нет, вот тут вот баклажан, да, он понадобится именно тут, ага, вот тут, угу, давайте тогда вот так, ну, еще вот так, вот зараза такая. Вы что, издеваетесь? Ладно, ребят, никогда так не делайте. Ставить два баклажана рядом. О, все. Стоп. А, ну, в принципе, нормально. Так. Чтоб тебя. Главное, в мини-игру ты мне не дал поиграть. А вот рекламу показать ты можешь, да? Понятно все. Так. Давайте тогда сейчас сыграем в бонусную игру наконец-то. Так. Для этого нафиг, блин, нужно посмотреть рекламу. Да. Я точно такую же игру видел, но в другой рекламе. Знаете, такое бывает. Реклама, все идеально, прикольно там. Сама игра хуже Марио. Так, у нас, естественно, звездочка. Давайте активируем еще один слот. Видите? А теперь показывают нам еще другую рекламу. Точно такой же игры. Меня прям вот это вот бесит. Когда просто берут и делают другое. Так, ладно. Давай тогда возьмем, ну, естественно, нашу любимую кукурузу. Подсолнух. Орех, перец яно, баклажан. Так, ну лучше не на подсолнух, а также кофеек и магнит. Так, ready set plant и погнали. Так, где же пойдет зомби? А, в самое дальнее, да? Окей. Давайте посмотрим еще одно видео для грабли. Я все-таки надеюсь то, что... Точнее, я не надеюсь. Я так часто делаю, чтобы не тратить монеты, потому что я хочу себе купить за 30 тысяч еще одну локацию в Zen Garden. Так, ну вот тут вот зомби пойдет, в принципе. И мы его, считайте, уже обезвредили. Обезвредили, вот. Выговорил. Да, мозги. Мозгов-то не получишь. Свои сначала обрети. Умничка.
Так, и давайте уже вот тут вот звездочку поставим. А вон там он как раз и пошел наш зомбиак. Покушай орех. Звезда, в принципе, неплохо дамажит. Это меня радует. Видите? Он там был и уже... Так. Достаешь? Нет, не достает, жалко. Ага. Окей, окей. Еще один пошел. Вы что, издеваетесь надо мной, да? Вы с... А, хотя они и так в сговоре. Они же зомбоссу служат. Просто тирану. Он пообещал им мозгов, а в итоге они ничего не получили. Зомбосс сам мозговитый. Видали, какие у него мозги там выпуклые уже? Идите его мозги сожрите. Так. Еще один подсолнух давайте поставим. И идеально. Хотя нет, еще не идеально. Нет, нет, пожалуйста. Не смей. Ты не получишь ничего. Ты останешься голодным. Да заразы вы такие. Но, в принципе, тут не обязательно выжить до конца. Нам обязательно просто выставить всю вот эту вот именно звездочку тут выложенную. В принципе, в этом и заключается. Так, ага. Фух. Так, в принципе, нам еще одно солнышко и хватит. Ладно, мне уже хватает на звездочку еще одно. Окей. Окей, так, так, так. Давайте добавим кукурузку. Чтобы по нему был... Вот так, все. Моя звезда, понял? А, уже большая волна, да? Зашибись. Так. Блин, орех жалко. Так. Смотри-ка, у меня фокус есть. Вот. Круто, классный фокус, да? Да ты издеваешься, опять пришел. Так, нам еще одна солнышко и еще один магнит купим. Давайте выставим его тут. Блин, нет. Ну нет. У меня есть идея. Козел все-таки съел. А я уже как раз купил кофею. Точнее, не купил, а накопил. Так, нам, в принципе, еще одно солнышко. Есть, все. Хватает. Так. И все. Нам бы поскорее выложить уже эту звездочку. Нам осталось лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть звездочек. Да ты... Не дай бог, ты съешь мою умничка, что не съел. Кстати, меня смущает, знаете что? То, что самые начальные зомби, они абсолютно... Хотя они и так абсолютно все в галстуках. Почему они абсолютно все в галстуках? Ну все. Тебе кирдик. Я отомщу тебе. Опа, монетка. Звездочки также мои, эти звездные фрукты, они тоже мои любимые. Я их люблю. Потому за то, что они наносят такой большой урон и стреляют в 5 сторон. Нет.
Сори, то, что нажал не туда. Так. Вот так. Надо вот тут вот еще поставить. Вот так. Так. Еще одно. Солнышко есть. Все. Осталось всего лишь две звездочки. Мне показалось, ли у меня пролагнуло чуток. Давайте. Да я хуже замочил. Так, еще одно солнышко и есть. Да! Там даже один орех бедный остался, весь искусанный. И снова реклама. Да, сама игра. А в итоге... Тьфу ты, реклама, а в итоге сама игра. Нет. Окей. Опять уснула. Не спи на работе. Подождите. У меня как будто музыка пропала. Ладно. Так. Блин, это не то. Это у нас... Так, ладно. Давайте сыграем в... Я зомби. Это легковато. Да чтоб тебя реклама. Да, да, реклама. А в итоге сама игра. Две больших разницы. О, безумный дайв. Повеселись. Окей. Отправим тут вот этого. А тут вот этого. У меня такая тактика просто есть. Тактика галактика. Знаете, от самых слабеньких, чтобы солнышко экономить, а вот этих баклажанов. Ага, давайте, солнышки. Вот бы так было еще в обычном режиме. Ну, просто в... Стоп, а у них есть перезарядка? Я не обращал внимания или нет? А, солнышки, слишком много, слишком много, слишком много. У них нет перезарядки. Ладно, в принципе, все. Ну да. Денежки есть, покапали уже. Если это опять три в ряд... Это опять три в ряд. Точнее, Empire's Puzzle. Да... Так. Вот. Так. Lost. Так. Ну, мы, в принципе, не сыграли только в Lost and Day теперь. Так. Where else the sun gone and sunflowers? Так. Выиграй. А! Блин!
блин, я вспомнил, что тут. У нас определенные вот эти вот. Так, где? Выживи до 5 флагов. Окей. Допустим. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ой, то есть нет, не так. Не так, не так, не так, не так. Все не так. Получается, вот тут вот эти ставим пеньки и орехи. Получается, вот тут вот шипы, вот тут вот снова орехи. Ну, и вот тут вот можно один щипчик поставить, в принципе, хотя нет, копим. Ладно, погнали. У меня один молоток, да? Серьезно? Так, в принципе, пока что легко все. О, монетка. Так, ну мы, в принципе, сами... то и не расслабляемся. Хотя, блин. Нормально пока что идет все. О, прыгун. Ты не долети. Ты не доживешь. Смотри-ка. Да... Беру свои слова назад. Окей. Уже следующий пришел. Да никто, наверное, уже до шипов этих не дойдет. Ну что это, блин, такое? Кто-нибудь может дойти до шипов? Так. Ага. Так. Ага. Смотрите-ка. Тоже дошел наконец-то. Так. Ну, в принципе, пока что все легко идет. Солнышки. Ай, видел я эту игру. Не нравится она мне. Так. Видите, опять не хватает. Поэтому запускаем. Ребят, давайте я лучше в следующий раз закончу нашу мини-игру. А пока что всем удачи и всем пока-пока.